В городском округе Люберцы проходит комплексная работа по санитарной очистке прудов, озер и рек в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда». Состояние водных объектов находится под пристальным вниманием жителей и представителей администрации. Кореневский пруд – любимое место для прогулок местных жителей, но за последние 20 лет работ по его содержанию не проводилось, и он начал погибать. В воде обвалы деревьев, тина и бытовой мусор. В администрацию городского округа поступали многочисленные просьбы красковчан расчистить пруд, и сейчас работы начались. Сегодня у нас подрядчик приступил к санитарной расчистке данного водоема по огромному количеству просьб неравнодушных жителей. У нас работает профильная техника, убираться будет растительность по берегам водоема. Максимально все, что можно будет сделать для приведения любимого нашего пруда в порядок, конечно же, мы сделаем. Тут всего-то нужно просто почистить для того, чтобы там ключи есть. Он будет процветать, потому что в 69-м году, когда я еще работала на заводе, тут спокойно все купались. Тут было все замечательно. Но то, что начали чистить пруд, я просто счастлива. Конечно, для нас очень приятная новость, что данный участок и данный пруд начинают облагораживать, потому что, несомненно, любые хорошие деяния, они полезны для нашего района. За этот год в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» очищены 3 водных объекта. Теперь на очереди Новокрасковский карьер. Вместе с жителями поселка Красково ход санитарных работ проверил глава округа Владимир Волков. В данный момент мы находимся рядом с микрорайоном Новокрасково. Здесь идет удаление камыша. Вот на заднем фоне как раз работает спецтехника. Как правило, после такого комплексного подхода, очистки территории, береговой линии, выемки всего того, что находится на дне водоема, в последующем, после очистки каждого водоема, подрядная организация также проводит системную уборку. Здесь больше загрязнения выявляются тогда, когда весной тает снег, стекает все с ливневок, и, естественно, вода мутная, грязная. Мы очень активно пользуемся карьером, мы здесь купаемся. Мы очень рады, естественно, тому, что здесь происходит, даже не ожидали. Санитарные работы на этих водных объектах закончат к концу августа. Всего в городском округе за 2024 год запланирована очистка 5 водоемов. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.